Ну что же, отрывайте своих детей от телефонов и компьютеров. Живое общение и реальная жизнь намного интереснее любой киберигры. Увлеченному ребенку некогда думать о плохом, тем более, когда кружки и секции рядом с домом. Деревня Елгозина – одна из самых удаленных от города, а жизнь здесь буквально кипит. Сейчас здесь тоже готовятся к Масленице. За оргмоментом наблюдала и наша съемочная группа. Последний штрих – елгозинская сударушка к празднику готова. Клуб «Русь» ежегодно представляет свое соломенное чучело на районном конкурсе. И каждый раз деревенские умельцы поражают членов жюри своей фантазией и творчеством. В этом году мы сделали акцент, что она все-таки русская народная масленица. Но вот решили во главе угла поставить ей солнце, потому что как символизирует весну, возрождение жизни. В серединочке приклеиваем клювик. К масленице готовятся и маленькие посетители клуба. На кружке рукоделия дети своими руками мастерят птиц. Мы делаем всякие разные поделки. Мы делаем их из бисера, из трубочек, из ниток всяких разных. Так повелось, так здесь и осталось. Для жителей Елгозина клуб не просто точка притяжения, душа деревни. В свободное время сюда спешат и взрослые, и дети. Для малышей и школьников работают кружки. Для подростков – спортзал и бильярд. А для людей постарше – фитнес. Эту масленицу ДК Елгозина встретит обновленным. Совсем недавно закончился трехмесячный ремонт. Деньги потратила администрация Петровского сельского поселения. В клубе полностью заменили окна, двери, санузлы. Перестелили полы, поклеили стены и переложили электропроводку. Отремонтировали библиотеку, спортзал, кружковые комнаты, методический кабинет, фойе. На работу стало ходить большое удовольствие. Дети ходят с удовольствием. Мы принимаем с удовольствием гостей. То есть уже, конечно, приятно находиться здесь. Теперь на очереди ремонт концертного зала и входной группы. Строительные планы полностью совпадают с творческими. Концертный зал необходим для выступления музыкальных коллективов. Сотрудники планируют открыть в Елгозино вокальные кружки для мальчиков и людей пожилого возраста. Татьяна Барулина, Евгения Цветкова, Юлия Левицкая. Новости дня. И еще про ремонт. Важная информация для жителей деревни Мисерева. С 27 февраля по 3 марта там пройдут плановые отключения электроэнергии. Это касается домов по нечетной стороне с 1 по 43 и с 79 по 123 дом. Работы будут вести с 9 утра до 16 часов.